Объект стройкой закончен. Самое время навести на нем порядок. До нас это делали фронтальным погрузчиком. В целом картина для этого инструмента очень неплохая. Вот. Сейчас эту картину улучшать будет наш планировщик. Посмотрим, какая будет разница. Значит, заезжаем через опиленный сегмент в ограждении, поскольку только что была исполнена парковка, ну, есть некоторая опасность ее повреждения, поэтому тяжелой техникой на эту территорию не заезжаем. Нашли возможность заехать по грунту. Безопасно, просто. Да, это потребовало от заказчика некоторых действий по удалению секции, но зато, как говорится, никому не навредим. День работы, причешем, в итоге получим территорию с посеянной горчицей и с утрамбованной поверхностью. Поехали! Кому-то может показаться полезным этот, ну, образно говоря, лайфхак. Забор уже был исполнен, ну, вот, была опасность повреждения имущества при заезде нашей техники. В итоге что сделали? В итоге попросту спилили горизонталь и удалили один сегмент. Нам здесь расстояние 2,5 метра, ну, что-то рядом с 2,5 метра между столбами. Нам этого вполне достаточно для того, чтобы совершенно спокойно внутрь заехать, ну и, соответственно, здесь хозяйничать. Будем хозяйничать. И вновь. Отделка в доме еще не завершена. Этот процесс может длиться еще года два. Вместе с тем, вокруг дома будет территория, приятная глазу и пригодная для работы газонокосилки. В этом прелесть нашей работы. А вот и не доделали мы объекта. Не солоно хлебавши уедем. Все, что позволил грунт сегодня сделать, это его немножко распушить, чуть спланировать и оставить в таком виде до набора влаги. Сушь стоит такая, вообще нынче какой-то удивительный конец августа и сентябрь, и впереди там сплошное солнце. Будем ждать, когда в этот грунт придет вода. Она нам очень нужна для того, чтобы сделать этот грунт эластичным. Пока это не более чем пыльное пространство. Причесали внутренний двор. Причесали фронтальную линию. Ну, вернемся попозже. Скорее всего, через несколько недель. И будем доделывать. И так тоже бывает. И все равно вам комфортных территорий. Увидимся.